Декорации из пенопласта вскоре появятся на площади Куйбышева. Уже месяц без выходных мастера готовят новые арт-объекты к проводам зимы. Для того, чтобы почувствовать атмосферу масленицы, фигуры выполняют в духе атрибутов народных праздников. Будет самовар, будет комплект из 4 чайных пар, чашка, блюдца. И будут инсталляции с качелями, где будут фигуры мужичок с гармошкой, водоноска, конь и еще делается петух на основе дымковских игрушек. Сначала художники нарисовали макеты будущих арт-объектов, затем создали формы из пенопласта, которые покрыли стеклопластиком и зашпаклевали. Сейчас мастера раскрашивают объекты в соответствии с задуманным узором. Пенопласт – уникальный материал для декорации, говорят рабочие. Он отталкивает влагу, что особенно важно при создании инсталляции под открытым небом. Также пенопласт легко украшать и наносить любые рисунки. Уже на следующей неделе начнутся монтажные работы по установке фигур. В этом году массовых мероприятий проводить не планируется. В то же время на площади будут созданы условия для активного отдыха, прогулок на свежем воздухе и фотографирования. Тематический масленичный комплекс на площади Куйбышева будет работать с 12 по 14 марта. Мария Илчан, Константин Головин. События.